Полицейские предупреждают, что раннее наступление темноты, слякоть и грязь приводят к трагедиям на дороге. Перейти проезжую часть или пройтись вдоль трассы в подобных условиях – настоящий риск. Как подтверждение, первая трагедия на Кировской дороге. Под колесами грузовика оказалась пожилая семейная пара. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские. Особенно опасны для пешеходов трассы. Автомобили здесь едут с большой скоростью. Из-за темноты, осенней грязи и дождя водитель замечает человека на краю дороги или пешеходном переходе. В самый последний момент часто такие аварии заканчиваются смертью пешехода. Подобное ДТП произошло на днях на Советском тракте. Водитель автомобиля МАЗ, грузового автомобиля МАЗ, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток. В результате мужчина и женщина, которые переходили дорогу, получили тяжелые травмы. Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи во время транспортировки. Мужчина был госпитализирован. Отметим, на этом участке Советского тракта все лето устанавливали отбойники, фонари и новые знаки. Потратили на это почти 120 миллионов рублей, но искусственное освещение в момент трагедии не работало. Включить фонари обещают лишь в конце сентября. Полицейский напоминает пешеходам, прежде чем перейти дорогу, человек обязан убедиться, что все автомобили уступают ему дорогу. Кроме того, пешеходы, которые двигаются вдоль трассы, обязаны носить светоотражающие нашивки.